национального празднования в Челези. Теперь я припоминаю. Я правда хотела бы попробовать чего-то от... Не произноси. Разные челезские сладости? Вообще, я имела в виду... Здесь куча самых разных конфет! Наш тепленький север выделяется именно этим! В центральных регионах люди наслаждаются вот этими популяшками! На юге вы можете найти удивительные изделия ручной работы! И каждый из них просто восхитителен! Челези! А? Что стряслось? Разве ты не хочешь, чтобы я все это рассказала? Ты думаешь, что раздражает тебя, говоря о своей стране? Разве это плохо, что мне нравится все, что Чили может предложить человечеству? И нельзя есть папайю! Нет! Джима, не умирай! Я не хочу, чтобы ты заканчивала вот так! Я просто хотела поделиться с вами частью своей культуры. Все хорошо, но если ты много говоришь об этом, то это теряет то свежее чувство у людей. Свежесть? Ты говоришь про все наши освежающие напитки?